Привет, меня зовут Макс, это канал Рыбалкин ТВ. Сегодня мы наконец-то находимся на берегу канала. Без всяких лишних слов приступаем сразу к делу. Все остальное будет по ходу и попозже. Прикормка с морозилки. Остатки. Сейчас я высыплю. В основном лещевая, инертная прикормка, тяжелая. Вот так вот. Корм коричневого цвета, как можно наблюдать по берегу, в принципе, подходящий. Сейчас его увлажним. Как руки соскучились по этому делу. Прям праздник какой-то сегодня, действительно. Были жаркие дни. Я думал, буду ванилью ароматизировать, но второй день температура понизилась. В принципе, солнце греет, я бы не сказал, что очень холодно, но передумал, решил попробовать аромить сегодня, сделать, добавить специи, корицу. Добавил достаточно много. И добавлю немного гвоздики, чтобы такая была нотка небольшая. Тщательно теперь это все перемешаю. Ой, я уже ощущаю этот аромат корицы с гвоздикой. Гвоздики добавил меньше, потому что она, у нее очень резкий запах, и она все равно будет. Да, вот даже много добавил немного. Вот пока что гвоздика немного перебивает аромат корицы. Но прикормка настоится, думаю, будет все более-менее равномерно. Как ты знаешь, мне нравится два запаха смешивать, то есть когда сочетаемые, да даже можно и не сочетаемые, то есть когда ты нюхаешь прикормку, ты можешь в ней почувствовать сразу два запаха, то есть и тот, это на самом деле классно. Когда-то, я помню, мне нравилось делать баунти прикормку, которую я называю, это шоколад, аромат шоколада и аромат кокоса, и получается такое баунти. Так, ну вот, первый этап готов, сейчас теперь пусть она настаивается, а мы начнем промерку и поиск точки ловли. Ну а сейчас, конечно же, поделюсь своими новинками. Это три новых комплекта фидеров, катушек. Первые два фидера — это Brain Accent, бюджетная серия. Это 2,7 пикер и 3,3. На пикере стоит катушка той же самой серии Accent. А на 3,3 у меня стоит катушка Brain Energy 4,5. И третье удилище — это уже удилище более высокого класса, 3,6. Тестом до 90 грамм. Medium Heavy. С катушкой Brain Storm 5000-й. Пока на данный момент мне удалось пощупать, покидать только пикером. Уже классное ощущение. Не представляю, что будет творить шторм. Ну, это все в процессе мы будем понимать. И на всех трех фидерах монтаж раннинг с отводом. Отвод под кормушку. И скрутка с быстросъемником для поводка. Все три монтажа одинаковые. Уже установленные маркерные груза, и сейчас займемся поиском точки ловли. Все, наконец-то можно приступить к промеру. Я не знаю, на сколько точек я сегодня буду ловить, наверное, на среднюю и дальнюю дистанцию. Наверное, пикер пока оставлю в сторонке. Кстати, на пикере у меня установлена леска на 3,3, на 3,6 установлена плетенка, восьмижилка, тонущая. Она очень гладкая и не должна шуметь. Это тоже мы сегодня все посмотрим. Отвык я, конечно, от фидерных забросов, но руки должны помнить. Поэтому первый заброс делаю вот такой классический. Так, сейчас возьмем сразу ориентир. И без напряга посмотрим, куда улетит груз. О, улетел метров, наверное, на 25-30. Вот, и теперь посмотрим, что у нас там будет. Ага, опять сразу камни или ракушка. Что-то там, ну, не сплошмя лежит.
Вот, пошло илистое дно. Прямо оно вяжется. Вяжется маркер в этом дне. Идет с напрягом. Особого такого ярко выраженного русла здесь нет. Это искусственный канал. Вот здесь вот такой вот рельеф скачущий. Но должны быть какие-то ямки, какие-то аномалии. Все равно есть ракушки, островки всякие. В принципе, дно чистое, немного мусора совсем. Сейчас опять попробую сделать заброс и уже определяться с местом. Ага. Я, наверное, не буду сегодня очень тщательно, сильно все это перепроверять, поскольку охота начать скорее рыбалку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 оборота и какую-то траву я собрал. Вот, оказывается, это, скорее всего, был островок с травой, но... Сейчас начнем ловить, посмотрим, если что, просто от него чуть ближе отступим. Как раз таки, если здесь примерно все одинаково, нет никаких ям, то возле островка с вот этой растительностью, в принципе, я считаю, будет перспективное место. Сразу повешаем кормушку, повешаем 30 грамм, мою любимую. И сразу давай, наверное, закормимся. Отправим туда 5 закормочных кормушек. Чтобы потихоньку рыбка, если есть, собиралась. Ой, отлично как. В принципе, держится. Держится, никуда не отыгрывает. Вершинка, кормушка стоит нормально. То есть течение, не сказать, что сильное, но оно есть. Оно присутствует. Вот, но 30 грамм кормушка с корма, в принципе, нормально стоит. Сейчас отправлю 5 кормушек, 3,3 на вот эту дистанцию, и потом найдем точку чуть-чуть подальше, ближе к середине, может, за середину, на 3,6 тоже закормим и приступим к ловле. Так, ну, две точки закормлены, по 5 кормушек отправил. Сейчас на дальнюю точку, которая 3,6, 60 оборотов, ставлю 0,12 поводок, 16 крючок и кормушку пулю с жестким отводом. Почему больше предпочитают жестким отводом пули, да и в принципе любые кормушки, потому что жестким отводом она и всплывает легче, и идет легче, и прям скачет по поверхности на скоростном уважении, в отличие от вот этого отвода мягкого, который как ведерко идет, как ручка от ведерка. С таким отводом она идет тяжело, плохо всплывает, ну и так далее. Для начала насажу одного опарика, чулочком его заведу. Я всегда так делаю, чтобы вообще понять, что там с рыбой, какая у нее активность. Забиваю кормушку, и я его никак не дипую, не использую спрей, просто один живой опарик. Сначала понять, какая точка лучше будет работать, а потом уже будем что-то пробовать. Что-то экспериментировать по-разному, подбирать ключики. Если рыба будет не совсем активна, и даже не знаю, даже не могу предположить сейчас, насколько, какой будет хороший клев и так далее, что здесь вообще сейчас с рыбой происходит. Ну, посмотрим. Вот первый заброс на 3,6, дальняя точка. О, вот сразу поклевка какая-то. Сразу поклевка есть. Есть рыбка первая. Нифига себе. Первый заброс, сразу первая рыбка на дальней точке. Это около 50 метров. Сейчас поглядим. Вот она, да? Вот такая вот плотвеха. Плотвеха. Заглот.
Значит, рыба голодна, рыба жрет. Вот такая вот плотвеха. Вот так вот, в принципе, крючок вылетел, экстрактор не нужен будет. Вот такая вот первая плотвеха сейчас отправится в садок. Пойду садок разберу. Ну а теперь добавим кукурузы. Добавим кукурузы. Сейчас жидкость я вылью в корм все. Ага. А сюда добавим зерна и перемолотим их. Вот так вот. На первый раз будет достаточно. Ага. Переверну. Вот она получилась практически каша. А, кукуруза-то как запахла. Получилась вот такая смесь. Можно вообще в кашу. Можно пару оборотов сделать. Чуть крупнее фракция. И добавляю теперь это все в корм. Очень удобная штука. И здесь можно, в принципе, кромсать все, что угодно. И червя, и опарыша, и кукурузу, и перловку, и все, что вообще в голову придет. Вот, теперь попробуем кормить кукурузы и посмотрим, что из этого выйдет. Попробовал насадить кукурузу, и какая-то очень бойкая, хорошая рыбка сразу клюнула. Явно побольше, чем на опарыша плотвичка идет. О, хорошая плотвичка. Попробую рискну, подниму ее так. Опа, улетела с крючка. Вон она, в общем, видно ее. Пусть плывет уже, заслужила. Хорошая мирная плотва на кукурузу. Хорошо, что взял кукурузу сегодня попробовать все-таки. Сместился я на ближней точке. На 5 оборотов катушки ближе ушел от этой травы полностью. Потому что там то цеплялось, то не цеплялось. Вот это меня не устраивало. Ушел сюда, пробовать начал опарика. Поклевки стали намного реже. И... ну, рыбка не увеличилась. А вот на кукурузу вот очередная поклевка сразу, практически после заброса, и рыбка увеличивается. Рыбка хорошая. Поэтому сейчас, наверное, подсак разберу, пойду точно уже. Вот и наш фрикциончик отрабатывает. Вот она. Вот такая вот. Чуть-чуть побольше. Ну, та больше была. Вот такая. Даже, думаю, можно будет пробовать в крючке увеличиваться, потому что для кукурузы там маленький крючок. Вот, но, в принципе, работает. В общем, стало скучно мне ловить на кукурузу. Клюет хорошо, но периодически сбивает насадку мелочь и так далее. Кукуруза мягкая, поэтому такое происходит. Поэтому я не заморачиваюсь. Насадил большого червя. И ловлю плотву дальше. На большого червя берет намного увереннее, она его не сбивает, червь плотный,
И даже если какой-то кусочек оторвет, то в принципе червь большой, и остатков вполне хватает вот на следующую уверенную поклевку. Плотвинный день у нас сегодня. Отличный плотвинный день. Небольшой ветерок, на воде присутствует рябь, клюет плотва. Притом очень легкая сегодня рыбалка. Не пришлось искать какие-то ключики и так далее. Клюет моментально, активно. На все насадки, которые у меня сегодня есть, это червь, опарыш, перловка, кукуруза, клюет абсолютно на все. Вот. Но в данный момент ловлю на червя, поскольку поклевки происходят сразу. Поклевки результативные, практически на 100%. И остается только ловить и наслаждаться отдыхом, природой и ловлей плотвы. Да, вот прям отлично бланк передает в руку вот эти вот все тычки, ударчики, как сказать, атаки на наживку плотвинные. Боже, вот он на червячка все-таки. И карасик пожаловал, карасик пожаловал. Продолжил я кукурузную тему, добавил перловки, насадил червяка и пожаловал карасик. А и еще одна деталь, я сильно увлажнил корм, прям можно сказать, его переувлажнил. Пробовал сделать максимально инертным, чтобы он там вообще никуда не шарахался, не расплывался, не летал в толще. Максимально увлажнил. Где-то 4-5 кормушек. И вот он, карасик, потянулся все-таки. Ну вот опять какие-то непонятные движухи. Но момент еще не настал подсекать. Еще один. Между этим карасем и первым была одна плотвичка, вот, и следом за ней второй карасик. Вот такой вот маленький, но поприятнее он, чем плотва. Есть, есть. Есть. Что это у нас, карасевый? О, тут у нас плотвица хорошая. О, тише, 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 тише. Хопа. О, хорошая плотвица. И с оторванной губой с верхней. Кто-то ее уже дернул. Наверное, засекал на 2-3 метра, размах делал, причем плетенкой.
Вот она. Ой-ой-ой, она даже разговаривает. Что-то хотела сказать. Но я тебя отпущу. Не переживай. Вот такая вот плотва. Вот это уже. Это самая крупная плотва за сегодняшний день. Пока что. Сразу поклевка. Моментально. Это я фриксон немного расслабил. Это не трофейная рыба там. А вот тут на береговой бровке метров 15 от берега. Что-то походу окунь двигается. Довольно часто рыбка выпрыгивает там. Вот. В принципе. О. Ну что ж, вот он и результат сегодняшней ловли. Наковырял сегодня немного плотвы, 5-6 карасиков. Вот такой вот улов в общей сложности. Ух, все, успокаиваюсь. После зимы удовольствие было покидать фидер. По поводу фидеров, катушек, уже есть, конечно, какое-то первое впечатление. Все попробовал сегодня, все покидал. Они исключительно положительные. Конечно, в следующих видео потихонечку буду с ними знакомить. Свои впечатления, характеристики и тому подобное. Ну, а на сегодня я прощаюсь. Хорошего настроения, ни хвоста, ни чеши. Встретимся на следующей рыбалке. Пока. Эту рыбу, конечно же, я отпускаю.